Привет! Сейчас мы будем готовить смузи. Малина, клубника и голубика. Все мы отправляем в стакан. Нам ягоды нужны, какие вы любите. Это замороженные были ягоды, так как сейчас зима. Так, и сахар. Сахара давайте так. Раз, два, три столовые ложки. Все, нужен блендер. Непередаваемый вкус, очень вкусно. Сейчас мы будем очень с вкусным панкейками. Да, кушать. Реально красиво, какое оно вкусное, вы просто не представляете. А мы делали уже. Делали, конечно. Да. Да. И не забудьте, ребята, подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Ага. До новых встреч. И помните, чтобы быть здоровыми, нужно поменьше есть.